5 дипломов привезли ребята, ученики художественной школы и детской студии архитектурного творчества и дизайна «Старт» с Всероссийской олимпиады детского архитектурно-художественного творчества. Отмечены были работы, представленные на этой выставке. Настя Керас, воспитанница студии «Старт», тоже обладательница диплома. Я принимала участие по композиции. Там нужно было сделать макет на тему «Танец солнечных лучей». Но самое сложное, наверное, было то, что очень мало времени, всего 4 часа, и, наверное, очень это повлияло на работу. Для Дарьи Гришковой, ученицы-художки, победа в олимпиаде открывает двери в престижный дизайнерский вуз. Я выполнила композицию в дизайне, потому что я очень хочу поступать на дизайн. И для меня это было большим опытом. 5 победителей, учениц художественной школы и студии «Старт» по результатам олимпиады получили преимущественное право при поступлении в архитектурные или дизайнерские вузы страны. Марина Антуганова, Юлия Пак. Наше время.